Всем снова привет, меня зовут Роман, и мы продолжаем играть в Mass Effect 3. Так, мы в прошлой серии обновили наше оружие, поговорили с Эшли. Теперь нам нужно вот это. Достаточно много заданий теперь у нас. Давайте задание Эшли. Так, к сожалению, сигнал надущего на помощь. Укутанного транспорта испугали жнецы Академии, спасите студентов. Стоп. Азари на цитадели ищет улучшенные биотические интерфейсы. Найдите их чертежи и принесите Азари в больницу Куэрета. Ясно. Все, продолжаем. Нам нужно теперь спуститься вниз, как я понимаю. Так, сначала нужно, давайте карту включим. Так, давайте с доктором Мишель еще надо, нужно поговорить. Она, по-моему, вот тут у нас должна быть где-то. Да, она вот с другой стороны. Hello again, Commander. Here to see our patient? How's Ashley doing? Stable. There's no evidence of cognitive impairment from the concussion, but multiple shoulder fractures are still on the mend. Bed rest under observation is all that's needed now. I'm sure a visit would be welcomed. Keep up the good work, Doctor. You too, Commander. Спасибо. Да, большой комплекс, конечно, у них. Дизайнеры хорошо поработали. Ну ладно, вот лифт. Нам. Бар чистилище. Давайте сначала тогда в доке хранения. Я в доках хранения, по-моему, еще и не был. Какие-то новые отсеки открылись там. По мере прохождения, скорее всего, будут дальше они открываться. Так, вот карта. Гаррус. Так, нужен пятый отсек, как я понимаю, да. Вот тут. Ну, идем. You know, if that ship doesn't clear out, the dock's authorized to fire. Right. We'll follow through if the situation forces us to. Так, ну, как я понимаю, нам придется в этой игре уже быть добрым. А хоть я в начале игры говорил, что игра будет за злого персонажа, но почему-то... У меня просто не получается играть злобным персонажем, реально. Да, нам сейчас направо. Сюда? Да. Так, Гаррус. Ты Гаррус? Да. Шепард. Я Шепард, да, Джек Шепард. How bad is it? More dead than injured. 85% killed in action. We'll need a morgue soon. Not a lot of flesh wounds when you're fighting reapers. За доброго. Do what you can. A few of them might get back on their feet, but the rest. Sympathy is about all we can offer. Any sign of your family? Not yet, but I keep hoping. What about you? I'm starting to see some wear and tear. It's nothing I can't handle. I don't doubt it, but remember to come up for air. There's a lot more war to go. Так, теперь что? Плюс 2 очку. Ну, 2, это ясно. You have a copy of a Shepard VI? Oh, yeah. The one based on that war hero? We locked it after some kids. Пропустите! Пропустите квадратную женщину. Пропусти ёшкинку. Commander Shepard, Alliance Navy. Господи. Ви Шепард. Это ж капец какой. Так, что теперь по заданиям у нас? Ну, с Гаррусом только что говорили, что-то с ним еще-то. Игра подтормаживает почему-то так. Странно. Ладно, давайте теперь еще маленько осмотримся. Тут что-то четвертое, что-то такое вообще. Не знаю.
Побежали дальше смотреть. Да ёкала мана, не застревай. Бежим, 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 бежим. Так. Вот здесь, по-моему, лифт был, да? Да. Да-да-да. Вот элеватор. Элеватор. Так, больница община президиума. Я вот здесь я был, посольство. Бар чистилище. Новые локации, охота все просмотреть. Тут вообще что-нибудь у нас есть задание? Так, о, Ариана. Так, второй VIP, зона отдыха. Пошлите VIP зону. Вот VIP. Хорошая музыка. Потанцуем. Так, сейчас направо. Так, сюда. А, нет, что-то я как-то не так прошел. Внизу, что ли, VIP-зона? А, вот здесь. So you admit you and your thugs are here illegally. Yes, and it only took CSEC 3 weeks to figure it out. I don't care who you are. You're required to go through processing like all other refugees. Come with me. I don't think so. Shirk, get me the Asari counselor. Arya, to what do I owe the pleasure? I'm being asked to submit to immigration processing. I see. And now you've been processed. Is there anything else? Nothing. Thank you. Anytime. I think we're done here. Enjoy the show, Shepard? I was asked here. Yes. How very obedient of you. I apologize for my surroundings. This place can't hold a candle to Omega. Then why did you leave? Cerberus stole Omega from me. The elusive man is now squarely at the top of my ship list. You will pay for every second I've spent in this bureaucratic hellhole. If it were me, I'd want revenge. Glad to see we think alike. I'll take Omega back, but I'll get to that. You're here because I have a proposition. I'm listening. The way I see it, if you don't defeat the Reapers, we're all dead. Won't matter where I'm sitting. It's in my interest to help you. What are you offering, Arya? On Omega, I kept the Blood Pack, Blue Suns, and Eclipse in check. Now they're running amok. Nobody wants that. Unite them under my rule, and you'll have a powerful and ruthless force for your war. I've laid the groundwork. All three groups. I just need you to close the deals. Так, это бандиты сброс. Criminal gun. They'll shoot you in the back. They already have guns, Shepard. I'll make sure they point them at the Reapers. А ну, замечательно. I'm trying to help you. Why don't you think it over? Meet with Gnarl, my agent. Любая помощь в это время нам пригодится, как я понимаю. Даже от бандитов. And I already have a deal with Jonas Sedaris, the Eclipse leader. You just have to get your friend, Commander Bailey, to let her out of jail. Шепард так сидит, как будто у него живот болит реально, вообще. Капец. I think a united force of professional mercs is worth it. Don't you? It's always a pleasure, Shepard. Вот. Let me know if you want to talk later. Обязательно. Так. Три. Нижний бар. Ага, с другой стороны. Плюс два, плюс отступника, плюс два героя. Нормально, в ноль. Так, где? Походу, блин, не застревай ты. Здесь? Здесь такие синие все.
Вы? Где? Это девочки? Ты, блин, ну вы говорите же со мной, где третий нижний тип. Ладно, пофиг. Уходим отсюда. Давайте еще повыше сходим, что у нас здесь. Может, выпивку себе закажем? Так. У кого? У кого заказывать, ёп? Понамать. Ох ты, ёпа, главное, девочки. Ну, круто. Так, ладно. Хорошего бы маленечку. Ну, ёколом она ну, не застревает и уже так бесит. А как вниз пройти, кстати говоря? Нижний отсек-то как? Как в нижний отсек дойти? Вон там тоже как-то проходят люди. А чё, смотри. Ладно. Посольство. Давайте в посольство еще заглянем, мало ли. Может, что хорошего там произошло за это время. Так, как говорится, по старым местам. У четвертых, где офисы посольства? Блин, я так и не мог. Не могу догадаться, как зайти. Ладно, побежали вперед пока. Капитан Бейли. Вот новое что-то уже. Here to talk about you releasing Jonas Sedaris. Damn, you too. Somebody got the council to order her release. I'm delaying as best I can. What's your stake in this? It's classified. That's a fancy way of saying mind your own business. Look, there's no way I'm letting that psychopath out. The woman's unstable and a clear public threat. Так, еще раз, я не успел прочитать, она не в себе, мне нужно ее... Так вот, слушайте, эту сумасшедшую не выпущу ни под каким предлогом, она совершенно безумна и опасна для окружающих. Пустите ее немедленно. This is bigger than Sedaris, or you, or me. The council's orders must be obeyed. No, так что давай. Ах ты охренел, офигеть, а. Главе, считай, блин, всему космическому отделению перечить. Самому Джеку Шепарду, он сейчас тебя, блин, размажет. Ах ты скотина. Скотина, о, кто это? О, да я тебя нашел наконец-то! Ну, конечно, такая зашибись какой. Пучеглазик. Я столько уже искал. Вообще, так не мог найти. Я его вот сейчас просто вышел и нашел. They maintained discreet grey market trade relationships with the Batarians and led the Alliance to the station. We suspect those Hanar operatives escaped with Batarian tech. If your reports on the Reapers are accurate, they could already be indoctrinated. What's your source on all this? I paid off a weapons dealer, Donovan Hawk. Unpleasant man, but the data was worth it. What do you need me to do? The Hanar operative is now a diplomat on the Citadel. I don't have a public name, and the Hanar will go to ground if I make a formal inquiry. So we're hunting. I'm tracking suspicious transmissions to the Hanar homeworld. I could use your help. Let me see what I can dig up at the Spectre office. Thanks, Shepard. And for the record, not everyone doubted your concerns about the Reapers. I just hope we're not too late. Так, ну я думаю... О, плюс два героя. Я думаю, нам стоит закончить на этом серию. Всем спасибо за данный просмотр. Меня зовут Роман. Подписывайтесь на канал Ru Internet Game. Ставьте лайки, комментируйте. Всем спасибо, всем пока. Играйте только в хорошие игры.